Туроператоры Верхней Волжи смогут сэкономить 90% средств, затраченных на перевозку детей. Субсидии будут предоставляться в периоды низкого сезона. Это новое направление поддержки правительства Тверской области, которое будет распространяться только на отдельные маршруты, какие именно, выяснила наша съемочная группа. Новая мера, которую приняли на заседание правительства региона, направлена на решение задач по увеличению туристического потока Верхневолжья, развитие школьного и детского туризма в регионе. Всего это было даже не в объеме денег, это было нам очень важно, более 7 миллионов рублей, нам было очень важно именно подчеркнуть, что мы хотим закрепить экскурсии и туристические поездки именно для ребятишек, для школьников, которые по территории Тверской области путешествуют. Получить областную поддержку смогут юрлица, зарегистрированные на территории Тверской области, ведущую туроператорскую деятельность по организации поездок для школьников. Размер субсидии составит 90% от осуществленных затрат на организацию проезда любым видом транспорта и экскурсионного обслуживания, но не более 1000 рублей на одного учащегося. Субсидии будут предоставляться в периоды низкого сезона – с февраль по апрель и с сентября по ноябрь. Городские компании могут на это претендовать, операторы, участники туристической деятельности. И нам, развивая туризм, развивая экскурсии, мы, конечно, развиваем культуру и пропагандируем культуру на территории нашего региона. По данным областного министерства туризма, в настоящее время из общего объема турпотоков Тверской области, а это более 1,5 миллиона человек в 2018 году, доля школьников, участвующих в турпоездках, составляет 1%, или 20 440 человек. На сегодняшний день самые актуальные для учащихся маршруты охватывают Тверь и Калининский район, Торжок, Старицу, Ржев, Зубцов и несколько других муниципальных образований.